Кот! Открой этот шкафчик. Да, этот. Передай мне коробочку сверху. Да, эту. Постарайся не уронить. Эту? Что там внутри? Подарок от друзей-контрабандистов. Из последней партии. На завтра достань мне эти ингредиенты. Мы изготовим бомбу? Ты об этих ингредиентах? Вообще-то я не хотел никому причинять вреда. Тут чеснок, помидоры, черри, кориандр и перец? Добавим грибочков. У нас такой суп получится. Не ешь, а клади рядом и любуйся. Ты меня посылаешь в магазин за продуктами? Выбери все самое лучшее. Ты что, издеваешься? Мою жену посадили на 20 лет! Она обречена провести там всю свою жизнь! А я тебе супы готовить буду? Да! Скажу, готовь суп, приготовишь суп! Будешь делать все, что я скажу, ты понял? В моем доме не будет записей, оружия, запрещенных вещей. Ничего, что могло бы связать меня с тобой. Понял? Тогда как? Послушай, учитель, эта затея тебе не по зубам. Даже если я тебе помогу, более чем вероятно, что, спасая свою жену, ты либо погибнешь, либо попадешься. Спасибо. Но я не попадусь. Я не собираюсь снова оказаться в этой норе из-за чьей-то ошибки. Ты понял? Держи. Там сзади адрес. Начиная с завтрашнего дня, будешь оставлять там по 5000 лир ежемесячно. Что? Хочешь спасти свою жену? Но у меня нет столько денег. Меня это не волнует. Пять тысяч лир — это очень много. Две еще куда ни шло. И то, если влезу в долги. Я сделаю все, что смогу. Мне сказали, замначальника тюрьмы занимается твоей женой индивидуально. Что? Вполне могли, если есть приказ сверху. Твоя жена кого-то очень рассердила. Как ее зовут? Мелек. От нее теперь не отстанут. Могут подсыпать яду в ее обед. Замолчи. Могут пырнуть ножом в тюремном дворе. Заткнись, я сказал. Послушай меня, Мелек оттуда живой уже не выберется. Конечно, если мы ее оттуда не вытащим. Ты настоящее животное. Мне нужны недозрелые помидоры. Переспевшие не бери.